период празднования «Шагают» 2018 по сводному плану состоится 627 мероприятий, 31 из них в Кызыле, сообщает Министерство культуры Республики. В преддверии «Шагают» Центром тувинской культуры, Театром кукол, Национальным музеем проводились культурно-образовательные мероприятия для учащихся школ Республики по заявкам. Так, на 11 февраля всего проведено 36 мероприятий с охватом 425 детей. А 16 февраля для жителей и гостей столицы будут проводиться следующие мероприятия. 16 февраля в 12 часов в Центре тувинской культуры состоится праздничное мероприятие «Тыватыпке шага». В Национальном театре состоится праздничный концерт «Шаг чагай, шага чагай». На площади Арата состоится театрализованное представление «Год желтой земляной собаки». Также в ночь с 15 на 16 февраля в Доме народного творчества и Тувинской государственной филармонии с 22 часов до 5 утра будут проходить молебны. Обряд «Сансалыры» пройдет в трех местах. Это гора Дуге, местечко Кадарчи и в Национальном парке Тувы.